Всем привет, друзья! Снова новый день наступил. Второй день Рождества. Холодно на улице, мороз у нас сильный-сильный. Наверное, градусов 30. Решил курочкам водички дать тепленькое, зерно проверить. И вот на огороде дверь открою, птичек тоже надо насыпать. Они тоже прилетели, наверное, тоже все закончилось уже у них. Вот. Мороз очень сильный. Сейчас схожу, градусник посмотрю. Наверное, градусов 28, я думаю. 30, наверное, нету. Посмотрим, сейчас сходим. Сейчас накормлю только птичек. Вот. Вот, в сарайку зашла. Тут пока семечки заканчиваются. А птички, они ничего, кроме семечек, не хотят. Вот сейчас немножко дам семечек. Здесь у меня еще крупа есть. Они ее не хотят. Паячневые. Не любят они ее. Так что придется семечек где-то покупать. А то они пролетели. Он воробушки ничего не боятся. Сидит прямо при мне. Потому что кушать хочет. Поэтому не боятся. Вот их надо накормить. Курочкам надо попить дать. Снежка еще вроде бы не насыпала во дворе. Чуть-чуть вот присыпала. Я его убирать, наверное, не буду. Потому что немножко ледок хотя бы засыпала. Пусть так останется. Ну вот сверху с крыши опять дует. Опять, наверное, дует. Немного насыпала. Но завтра надо ставить. Потом где-то семечек купить надо. Вот тепленькой водички дала. Сейчас попьют. Через полчасика нужно все убирать. Сейчас посмотрим, какая сегодня температура. Вот здесь у нас градусник за домом есть. Сейчас посмотрим. Вчера, наверное, все-таки холоднее было. Вчера было около 30. Сегодня... Что у нас там сегодня? Так, сегодня 25-27, наверное. Ой, нет-нет. Сегодня вообще только 23 градуса. Я говорю, сегодня помягче. 23 градуса. Ой, хрусточку сварила, свеколку. Сейчас будем делать винегретик. Еще морковка варится у меня. Решил сегодня на обед винегрет сделать. Щи у нас сваренные. Сделаем винегретик. И все будет готово на обед. Приготовила винегретик на обед. Вот сейчас, что я сюда положила? Свекла, морковка, картофель, лук и соленый огурчик. Сейчас вот с Николаем Яковлевичем буду готовить обед. Николай Яковлевич любит винегрет с майонезом. Вот я ему приготовила. Сейчас еще щи поставлю, хлебушек порежу. Будет ему готов обед. А я, друзья, пойду на прогулку. Мой обед будет после прогулки. Вышла на прогулочку, вроде хорошо оделась. Но мороз-то сильный и ветер. Посмотрим, сколько мы пройдем. Вот уже все, одела платок вниз, шапки, все. Вроде хорошо оделись. Если будет сильно холодно, то вернемся. Не будем много гулять. Посмотрим. Пока не холодно. Снежок под ногами скрипит. Сейчас моя подруга выйдет, и мы пойдем с ней. По дороге пойдем, по асфальту. Больше нигде дорог нет. Здесь все передутые. Как всегда, вот туда идем по асфальту. Пока ветер вроде в спину, так ничего. А если будет ветер вперед, то ну посмотрим. Небушка хмурая сегодня. Хмурая. Если снежок пойдет, то смягчится погодка. Посмотрим, как будет. В
Вот, друзья, такая пришла заснеженная вся. Ну, прошли бы 5,5 километров. 8 тысяч шагов. Немножко не дошли до 9 тысяч шагов. Ну и то сегодня тоже хорошо. Такую погодку холодную, прогулялись. Пришла, и Ричард ко мне пришел как раз. Увидел меня, что я иду домой. И тоже прибежал ко мне. Ну что ты смотришь в окно? Там в окне никого нету. Я же на улице. Ждет вкусняшку. Ну вот мои пельмешки варятся. Пельмешки с гусиным фаршем. Аромат, конечно, чудесный. Думаю, что будет очень вкусно. Сейчас еще 5 минут покипят и будут готовые. Просто водичку налила, лавровый листочек посолила и варю. Будем сейчас ужинать. Попробуем такие на вкус. Друзья, попробовала. Очень вкусный. Вообще вкусный. Горяченький только еще. Но вообще вкуснятинка. Так. Прямо даже без мяса вкусный. Это что-то. Друзья, мы будем сейчас ужинать, так что нам приятного аппетита. А кто ужинает, тоже приятного аппетита. Или кто-то обедает, или завтракает, кто когда мне смотрит. Всем привет! Вот такой сегодня у нас закат. Яркий такой. Значит, завтра снова будет морозно. Всем друзьям спасибо, что смотрите меня. Всем желаю мира, добра. Самое главное, всем здоровья. Всем пока.